Давайте мы сегодня разберем слова на тему образования, школы, университета и самые разнообразные нестандартные фразы, которые касаются этой сферы. Итак, если мы говорим об образовании, education, то сюда мы можем включить следующее. В каком институте, школе, университете ты учишься? What institute, school, university do you study at? Чтобы сказать «я учусь на кого-то», мы говорим «I study to be a» и называем профессию. Например, «я учусь на медика» будет «I study to be a medical worker». Чтобы сказать, например, «я студент-юрист», то есть комбинированное слово «профессию» через дефис, мы говорим «I am a student of» и добавляем тот аспект, на кого мы учимся. «I am a student of law» – «я студент-юрист». «I am a student of history» – «я студент-историк». «I am a student of math» – «я студент-математик» и подставляем, что нам нужно. Готовиться к будет «study», «sit», «revise», «for». Она сейчас готовится к экзамену. She's studying for an exam now. Или I need to revise for the test tomorrow. Мне нужно подготовиться к завтрашнему тесту. Если мы говорим, что занятия в университете проводятся с 9 до 13, тогда мы используем фразу be in session. The university is in session from 9 a.m. till 1 p.m. Моя фамилия не была внесена в списки, будет my surname wasn't entered in the register или wasn't on the list. Я в 10 классе, будет I am in the 10th grade. А если я на втором курсе университета, то мы говорим I am a second year student или I am in the second year at the university. Он аспирант будет he is a postgraduate. Соответственно, оканчивать университет будет graduate from a university, а заканчивать школу будет finish school. Моя дочь поступает в аспирантуру в этом году будет my daughter is getting into graduate school this year. Фраза «лекция по» будет «a lecture on». Он никогда не пропускает лекции по химии. He never misses lectures on chemistry. Здесь мы используем предлог on. Проходить по будет be doing in. Например, что вы сейчас проходите по грамматике? What are you doing in grammar now? По каким учебникам вы учитесь? What textbooks are you studying from? Переходим к разделу образовательный процесс educational process. Проводить лекцию по будет give a lecture on. Профессор провел интереснейшую лекцию по психологии. The professor gave an extremely interesting lecture on psychology. Учитель читает лекции по запискам. The teacher gives lectures from notes. Наш профессор пользуется почетом у студентов. Our professor stands high in the student's esteem. Он выдающийся человек будет he is a man of mark. У этого студента очень широкий кругозор. This student has a mark of wide scope. Она очень сведуща в истории. She is well starred with knowledge of history. Наш декан очень влиятельное лицо. Our dean is a person of consequence. Сказать наступает время экзаменов будет exam time is coming. Завтра я буду сдавать второй экзамен по вождению. Tomorrow I will go in for the second driving test. Я не был допущен к экзамену, будет I wasn't permitted to enter for the exam. Государственные экзамены будет finals или state exams. На экзамене я не пользовался шпаргалкой, а отвечал наугад. At the exam I didn't use a crib, but I answered at random. Я почти знаю, будет I am on the edge of knowing. И помним разницу в вариантах фразы сдавать экзамен. Если вы в процессе, то вы take an exam. Если вы его уже сдали, то это называется pass an exam. Например, я сейчас сдаю экзамен, вы в процессе. Значит, вы говорите I am taking the exam. Мне нужно сдать этот экзамен, то есть уже иметь финальную оценку или зачет как окончательный результат, будет I need to pass this exam. У него отнялся язык во время ответа, то есть он ничего не мог сказать, будет he got tongue-tied while answering. Если мы говорим об оценках, то перед их названиями мы ставим артикль a. Мой преподаватель поставил мне 5 по математике. My teacher gave me a 5 in math.
Отсюда же предлог «по» выражается в виде предлога «in». «По истории» будет «in history», «по физкультуре» «in PT» и так далее. Фраза «учеба дается ему легко» будет «he learns with ease». Чтобы сказать «он пойдет далеко», мы говорим «he will go far» или «he will go a long way». Ваш ребенок делает честь вашей семье. Your child is a credit to your family. He will make good означает «из него выйдет толк». «Я плохо усваиваю материал» будет «I have no head for material». This girl is a backward pupil. Эта девочка – отстающий ученик. А отставать по, например, английскому языку будет lag behind in или be weak in. Например, я всегда отстаю по английскому будет I always lag behind in English или I am always weak in English. Быть не в ладах с чем-то, например, быть не в ладах с орфографией, переводится как not be at home with spelling. Наши ученики не в ладах с орфографией. Our students are not at home with spelling. Соответственно, сказать наоборот в ладах, мы убираем частицу not и говорим Our students are at home with spelling. Наши студенты в ладах с орфографией. На сегодня достаточно. Чтобы подписаться на этот канал, вам нужно нажать на кнопку «Подписаться». Чтобы поставить колокольчик уведомления, вам нужно нажать на колокольчик. Чтобы поставить лайк, вам нужно нажать на палец вверх. А также у меня в доступе уже есть авторский, шикарный курс по грамматике уровня А1, то есть Elementary, который закроет навсегда все вопросы о том, как что-то сказать правильно в английском языке. А у меня на этом все.